И всем привет, с вами Александр Сучков, и сегодня в этом видеоролике я буду играть в Hello Neighbor Alpha 4, но сначала подпишитесь на мой канал Нубас. Вот возьмите, подпишитесь, вот возьмите, сверните сейчас видосик, вот специально вот, и подпишитесь. Итак, мы начинаем, я как всегда без фона уже, потому что лень его надевать. Так, ладно, сегодня мы будем открывать ту дверь с солнышком и с какой-то еще с луной, что ли, я не знаю. Сейчас посмотрим. Для этого нас должен поймать сосед. Он нас ловит. Все. Началось, в общем. Так, давайте я пока что выключу одну программку, потому что она постоянно мне мешает. Не в то время. Ладно. Окей. Сейчас началась ночь. И теперь мы должны разбить здесь стекло. Сосед выбегает. Да, он опять залагал. Именно в двери. Нет, показалось. И как только он выбегает... Мы забегаем и бежим. Бежим, бежим, бежим. А, блин. Вот. Значит. Стреляем сюда. И вот так вот. Значит, что делаем дальше? Прыгаем, как всегда. Он начинает за нами бежать. Ладно, дальше. Нам нужно попасть как-то туда. Для этого я забыл, куда идти, если честно. Но это не важно, ладно, это не важно. Я сейчас вспомню, куда точно идти, на ту дверь. Там надо, короче, с вагончика прыгать, что-то такое. Ладно, спрыгиваем вниз. И теперь, смотрите, идем на Ленимис. Блин, извините, эта штука будет нам мешать опять. Поэтому надо быстро все как бы сделать. Ладно, бежим. Мы должны просто бежать все. Больше нам ничего не надо делать. Бежим. Мы бежим, 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 бежим. И теперь смотрите, мы спрыгиваем вот сюда. Все, бежим сюда. И прыгаем здесь. Можно, конечно, фонарик включить. Вот, значит, смотрите. Здесь у нас открывается дверь. Вот. Мы берем зонт. Берем зонт. Попробуем одну тактику. Посмотрим, как она будет работать. Берем этот зонт. Как бы он не улетел-то от нас-то. Блин, он сейчас улетит, мне так кажется. Так. И сейчас мы должны как-то придержать эту дверь, чтобы она, в общем, чтобы она не закрылась. Да, это довольно-таки сложно. Надо взять стул, наверное. Придется взять. Как-то, чтобы... Не знаю. Вряд ли это сработает. Нам попробовать, наверное, стоит. Я уверен, то, что я придумал, вот мою тактику, возможно, она сработает. Но это не точно, ребята, это правда не точно, это я не знаю, давайте проверим. Хотя бы как-то... Извиняюсь, не так. Где стул? Давай. Нет! Я еще живой. Стул у меня есть. Бери стул. Да, это будет долго. Но мне все равно. Мы бежим опять туда, где мы были. Извиняюсь, сейчас. Возьму что-нибудь. Так, это ключ. Вот, фонарик. Бежим вот так вот. Значит, смотрите. Мы опять должны разбить стекло, потому что, ну, я... Вы поняли то, что я сделал. Я, в общем... В общем, я упал. Стол у меня есть. Значит, что еще можно попробовать сделать? Давайте проверим. Вот он бежит, что-то смотрит там. Пока что он бежит. Попытаемся пробежать. Бежим, бежим, бежим. От него нафиг. Давай. Господи, давай сюда. Вот, он сюда даже забежит, наверное. Нет, мы от него убежали. Пошел ты нафиг, соседушка. Вот он, смотрите, бегать начинает. Ты лох. Ебать, ну ты лох. Так, спрыгиваем опять вниз и идем на лестницу. Ой, извиняюсь, так, падаем. А вообще это можно отключить? Как-нибудь. Мне кажется, это можно как-то отключить все-таки.
все, он должен не работать, по идее. Хотя я хз, ребят, честно. Если бы я знал, я бы сказал. Да, он остановился. Ну как нам теперь его вернуть? Как же я пройду? Возвращаемся, значит, опять обратно. Только так, наверное. Ладно, давайте его включим. Заново. И пусть он пока едет. Он же, надеюсь, проедет там, нет? В общем, пробегаем. Вот он поехал. Мы даже его догоним сейчас, наверное. Так. И спрыгиваем здесь. Вот. Сюда спрыгнули. Идем сюда. Прыгаем сюда. Вот. Где у нас... Вот он, зонт. И эта дверь. Так. Значит, тактика такая. Давайте попробуем стул поставить. Я не знаю, или можно как-то... Не знаю, может... Можно как-то... Нет, он не ставится даже, смотрите. Вот, поставился. Ну, что это такое? Что? Куда он упал-то? Все, нет смысла, он упал. Я не знаю, как это сделать, ребят, честно. Если бы я знал, я бы сказал. У меня даже зонт сейчас улетит. Сюда. Ну, видите, он улетает. То есть практически его сюда поставить нельзя. Хотя, смотрите, здесь какая-то стена какая-то непонятная. Так. Блин. Хоть бы он не улетел, потому что это будет сложно опять возвращаться обратно. Да, вот так вот. Нет, ну пожалуйста, ну еще чуть-чуть. Надо его, короче, просунуть между вот этой штукой и вот этой. Нет, 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 нет. Он будет там, так. Вот. Вот, вот так вот, вот. Вот так мы делаем, значит. Вот, получается такая конструкция. То есть, надеюсь, она не сломается. Потому что, да, зонтик что-то перекосоебило наш зонтик. И он вылез из этой двери вот так вот. Ладно. Зонтик вроде стоит, и дверь, по идее, вообще, по идее, по логике, по вообще, по всей, все по всему, что есть, по идее, зонтик должен сдерживать дверь, но я хз, ребят, если честно. Ладно, теперь будем только думать вообще, что будет дальше. Нам надо как-то включить день. День как мы включаем? Солнце. Солнце включается когда? То есть, когда у нас... как бы утро, дверь закрывается. И поэтому я никак не могу ничего сделать. Ну не получается, ребят. Ну, что я могу сделать? Никак не получается, поэтому. Ну, не получается, в общем, да. В общем, можно попробовать что сделать. Там что-то выключено вроде. Все, что выключено, надо включить. Да, я упал. Так и было задумано, по идее, если вы не поняли. Так. Теперь мы должны идти, разбить ему стекло. И по идее, вообще по логике, если у меня все получится, то будет это вообще офигенно, потому что должно все-таки это получиться, мне кажется. Ой, да, все правильно. Соседушка, иди сюда. Иди к нам. Иди к нам, иди к нам. Сюда иди. Соседушка, давай сюда. Не знаю, он... Он вообще пойдет туда, не? Тварь, 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 тварь. Сука. Бля. Фух. Вряд ли я, наверное, успею. Ладно. Я в шкафу, это довольно-таки уже что-то, это что-то уже есть из этого. Мне кажется, у меня все получится. Если зонтик, конечно, наш еще есть. Надеюсь, он не здесь. Звук оттуда откуда-то. Он где-то там. Вот, то есть стекло починено. Так, прыгаем.
Дальше идем сюда. И по логике, вообще, по всему, что есть вообще в играх, и по всему миру, зонд должен был сдержать двери. Но, ребят, это не точно так, что если что, то я не знаю, как по-другому сделать, потому что я уже тысяча способов попробовал, и у меня ничего не получилось. И вот это, наверное, последний способ. Если он не сработает, то я просто не знаю, как открыть эту дверь. Я вот просто думаю и не понимаю. Давайте посмотрим. Серьезно? Наш зонд сдержал нашу дверь. Давайте как-нибудь его возьмем. Надеюсь, она не закроется у нас. Все, зонд нам не нужен, как бы. Можно его вообще сюда скинуть куда-нибудь. Надеюсь, у нас ничего не закроется. Вот. Открываем данную дверь. Надеюсь, она у нас не закроется. Она не закроется. Так. Здесь у нас ничего нету. То есть это какая-то другая комната уже. Так. Тут у нас тоже нифига нету. Дальше. Телек. Телек, я вряд ли думаю, что здесь вообще что-то есть. Потому что телек реально ламповый. Он какой-то вообще старый, понимаете? Так, есть какой-то учебник, есть какая-то тетрадь. Что это здесь? А, какая-то тетрадь. И картина. Картина какая-то. 29.08. Это, если я не ошибаюсь, это август вроде бы. 29 августа в данный момент в нашей игре. Так, у нас есть какие-то вещи. Так, вот. И мы заходим сюда. Вот! А что это? Там какая-то комната. А как мне пролезть-то? Я открыл что-то, но я не могу войти туда. Там, смотрите, там я открыл какую-то дверь. Вот эту вот дверь. Но попасть я туда никак не могу. Вот. Это единственное, что я вам могу сказать. Потому что как бы я ни пытался... Кстати, вот та комната, вот она. Да, вот. Давай же. Давай же, я смогу. Я уверен, я смогу. Вот, я вот правда уверен, что я смогу как-то зайти сюда. Потому что дверь очень офигенная, и если ее открыть, наверное, там что-то будет. Все-таки должно там что-то быть такого. Такое-то. Такое, чего я еще не видел в Hello Neighbor. Но... Нам игра не позволит нам никак залезть туда, куда нам не нужно. Да. Да. Нам не пролезть, и дверь эту никак не открыть, потому что даже это не стена, это даже какая-то, я не знаю, как ее назвать. Вряд ли у нас что-то сработает. Так. Как сюда можно вообще пролезть? Я не знаю, ребят, честно. Сколько я бы думал, вот, кстати, можно попробовать. То есть в дверь это как-то попадает все-таки? Да, по двери это попадает, но я не знаю, что за той дверью находится. Но эту дверь можно закрывать и открывать. Вот. Мы даже можем посмотреть в глазок, да? Серьезно? О! Давай, 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 давай. Давай, 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 ну. Давай, 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 давай. Под ноги себе кидай. Что я залагал, ребят, походу. Тихо, тихо. Выбирайся из этого шкафа. Шкафа, извиняюсь. Так. Я вообще подпрыгнуть что не могу, я не понимаю. А что здесь вообще есть? За что можно схватиться? Слышите, какой звук? Офигенный вообще. Я не знаю, я залагал, короче. Я не знаю, как мне пролезть теперь вообще. Я никуда, я между предметами сейчас нахожусь. Как пролезть, я просто вот не представляю даже. Мне даже под ноги не попадают, чтобы я там вылетел из игры даже. Сюда я могу пострелять в ту дверь. О, нет, нету, нету, нет. Ружье! Нет. Сволочь. Вот, ружье взял. Давайте думать, что мы можем вообще с этим сделать. Тут шансов нет, как бы, смотрите, вот, все, я залагал. И зачем? А, просмотреть я вообще-то могу что-нибудь? Не знаю, там нет глазка, но почему-то это все сработало. Вот, кстати, если смотреть долго в глазок, как-то пытаться все это сделать, то, возможно, можно как-то попасть. Вот! Я уже в другом месте, прикиньте.
То есть это как-то доказывает то, что все-таки, когда вы в глазок смотрите, вы куда-то перемещаетесь. Немножко, может быть. Давай, давай, под ноги себе, кидай, кидай, кидай. Нет, я все еще в какой-то... Я даже не знаю, как ее называть-то. А что я... Вот. Фонарик еще один, офигеть. На тебе. Нахрен мне фонарик, если я не могу... Я точнее, нет, я могу. Но я не могу, понимаете, вот... Я не знаю, я на полпути туда, на полпути туда. И вылезти я теперь не могу вообще. Во. Кстати, вот я могу поднять этот шарик и бросить ее в дверь. Давай же. А под ноги я себя вообще не могу бросать, смотрите. Я потому что не совсем на земле, и поэтому... Нет, что-то работает, смотрите. Если правильно кинуть, то я как-то вроде как можно назвать, что двигаюсь как-то. Да. Но это, не знаю, вряд ли это, наверное, будет работать. Это серьезно, наверное, до этого никто не доходил. Еще в Hello вообще Neighbor. Давай, 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 давай. Я вообще двигаться могу? Я как-то нет, я все-таки двигаться могу как-то, смотрите. То есть все-таки я как-то двигаться могу в игре, да. Но что-то у меня не идет это. Вообще просмотр. Давай, 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 смотри, вот. Теперь по себя надо как-то кинуть. Попробовать. Во. О. Не. А, вроде что-то изменилось, да. Что-то изменилось, да. Давай, давай, давай. Ну. Вот, я почти в нем. Нет, я все еще в этом. Не знаю, как назвать-то его даже. Давай, 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 я почти в шкафу, давай. По идее, если так кидать себе под ноги, если вы знаете, то можно как-то улететь. Но вряд ли, наверное, в этот раз получится, поэтому я просто занимаю ваш эфир. Так. Надеюсь, у меня хоть что-то получится. Но если нет, то нет. Если не получится, то не получится, да. Вряд ли получится, наверное. Потому что не туда летят, смотрите. Они вроде туда летят, а вроде не туда. Во. Давай, 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 давай. Опа. Еще. Давай, 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 пожалуйста, давай. Давай, давай, еще, еще, еще. Нет, меня просто там как-то вот так вот подкручивает немножко, но никак. Как бы я ни пытался, вот я как-то все-таки. Я что, двигаться теперь могу, да? Зачем я вообще туда полез? Блин, нафига мне эта дверь нужна? Была. Ой, я могу через дверь стрелять? Офигеть. Давай, почти, почти, почти. Нет, не почти. Вообще, даже ничего, ничего. Я не знаю, как. Вообще, даже сбежать отсюда никак нельзя. Блин, офигеть. Давай, 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 давай. Нужен, 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 нужен. Давай, давай, давай. Я хочу посмотреть, что за той дверью находится. Мне это очень интересно. Поэтому я просто буду... Давай, 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 еще. Давай, 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 я почти здесь, смотрите. Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста, давайте. Кстати, если так подумать, то я сюда как-то могу попасть. Я же могу сюда попасть? Как-то да, могу. Там появляются эти шарики. Давай, 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 давай. А, кстати, ребят, если вот так вот сделать и посмотреть в глазок вообще, что будет. Так, я уже прыгать могу, смотрите. Я уже как-то прыгать могу. Так, давай. Еще. Нет, я просто, я не знаю, где я даже стою. Вот. Значит, смотрите. Никак это не получается. Вот, смотрите, я даже могу открыть, закрыть дверь. Закрываем дверь. И смотрим. Так. Ну давай же, давай же. Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста, ну давай. Так, я вроде немного сместился с того места, где я только что был, но все равно я еще в какой-то такой... даже не знаю, как назвать-то ее. Так, у меня, наверное, все-таки у меня все получится. Я буду очень рад, если все получится. Да, я могу теперь прыгать. Это хоть какой-то вот... Блин.
Короче, мы выбираемся из этого бага, который разработчики просто не доработали. Да, я могу прыгать, но теперь... Нет, я как-то могу ходить все-таки. Как-то я могу идти, но у меня что-то не получается, ребят. Вот, то есть шкаф, там дверь наша, в которой мы были только что в двери. Там, вот. Там где-то у нас, значит, где-то там у нас еще одна комната, то есть... Я не знаю, я застрял между этой дверью и вот этими вот вещами. Здесь шкаф какой-то. Ну, шкаф это не шкаф, не знаю, я не понимаю, что... Ну, типа шкаф какой-то. Стол, дальше здесь еще один шкаф. И все, все они пустые, самое такое. Так, а что если... Я постараюсь как-то, во! Может, что-то... О, я могу двигаться, нет? Так, вообще, если я вот так буду делать, я вообще, может, куда-нибудь пойду? Как вы думаете? Что-то, походу, уже какой-то прогресс идет. Потому что я, походу, попадаю туда. Не обратно, конечно, но туда точно. Сам прикол, если эта дверь закрыта, и мне придется опять как-то выбираться оттуда вообще. Вот этот вот самая загадка в том, то, что я не знаю, что там. Открыта ли дверь там, и вообще получится, если у меня ее открыть, если она даже открыта. То есть это вот такая вот загадка, которая... я даже не знаю, как ее разгадать. Так, мы как-то вроде сдвинулись или нет? Да нет, вроде. Да нет, вроде мы не сдвинулись вообще. Во, я видел... Я видел что-то. Во, на секунду, там можно видеть дома, да. Там можно видеть что-то такое. Но я не знаю, мне не получается что-то ничего сделать. Сколько бы я ни пытался, скидывать эти штуки. А я пытался скидывать сейчас дофигища штуки, если вы посмотрели. Да, не получается. Ну, не получается, смотрите. Сколько бы я ни пытался скидывать этих штук. Да, вот так. Они меня просто как-то подкручивают немножко. И ничему это не поможет. Кстати, ребят, что если я попробую все-таки как-то отсюда выбраться? Попробую. Давайте. Все-таки какой-то прогресс вроде идет, по идее. Если так присмотреться, то я не на том месте, где я только что был. То есть все-таки как-то это все лучше что-то сделал себе. Ну, я вряд ли, наверное. Это как-то мне поможет. Хотя, возможно, если я там подергаюсь, может, я вылезу сейчас. Давайте попробуем подергаться, я не знаю, подпрыгивать. Там, я не знаю. Вот, я, если вот так подпрыгиваю, давай. Давай, ты сможешь. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, ну. Давай еще чуть-чуть. Давай, 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 ну. Да, я почти в этой штуке, да, я... Или мне так кажется, или... Я уже не сдвигаюсь. И мне кажется, я все-таки сдвинулся с той точки, которую я только что был. Давай, 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 ну еще. Давай, 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 ну. Чуть-чуть там осталось, давай. Если я сейчас буду в текстуре, это будет офигенно. Давай, давай, я уже... Давай, давай, я почти вылез. Мне только вылезти, ребят. Давай, 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 ну. Пожалуйста, ну давай же. Пожалуйста, вот чуть-чуть осталось, давай. Давай, давай. Подкидаю себе эти штуки. Давай, 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 ну. Неужели не работает? Давай, 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 ну. Давай, я уже почти там. Как же я хочу там побывать, давай. Все-таки какой-то прогресс есть. Я куда-то иду, но я не понимаю, куда я иду. Куда мой герой вообще идет. Точнее, пытается идти. Я прыгаю, я пытаюсь как-то запрыгать, как-то Почти, почти, давай, давай, давай. Еще, 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 давай, 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 ну. Не знаю, или я еще как-то глубже даже, можно сказать, становлюсь в этой штуке, в объекте самом. Или я не знаю, как это объяснить, но... Не знаю, возможно, что-то у меня получится с этим сделать, и если получится, наверное, все-таки получится, потому что... Потому что по-другому... Другого вообще выхода у меня нету. Только вот так вот как-то под себя подкидывать это все дело. И как-то пытаться все-таки... Как-то вот пытаться... Там сосед не приходит. Попросить, что ли, помощи соседа, блин. Сказать, соседушка, поймай меня, пожалуйста, чтобы я на спавне опять был. Потому что, знаете, самый прикол? Если я сохранюсь, и я останусь здесь. То есть это самый прикол такой. То, что я останусь именно в этом месте, и будет очень сложно оттуда вернуться, конечно же. Во!
Где я? Давай, 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 ну. Я что, прыгать уже не могу? Не ходить, не прыгать, нет? Все, уже все. Наверное, все. Я уже никуда, наверное, не пойду. Все. Во! Что-то изменилось, нет? О, я ходить могу, да? Немножко. Немножко ходить могу. Круто. Круто, круто. Мне кажется, если я не буду в глазок вот это смотреть, наверное, я все-таки как-то выберусь. Это не точно, так что надо проверять это все дело. Давай, подкрути меня еще, подкрути. Да упади ты сюда, почему ты не можешь упасть сюда? Во, давай, 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 вот. Давай, 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 ну. Давай, забагуй меня. Чтоб я улетел отсюда. Или не знаю куда. Мне главное, чтобы подпрыгнуть как-то. И чтобы я оказался не в текстуре. Потому что я как бы и не в текстуре, и в текстуре, можно сказать. Так что вот я не знаю, что мне в данный момент делать. Но я хочу в ту комнату, поэтому мне надо как-то все-таки, наверное, выбраться отсюда. Попробовать, точнее, выбраться. Но остальное как получится, так получится. Давай, 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 ну. Давай, давай, вот. Во! Ну, они же падают под ноги. Почему они... Во! Какой-то маленький прогресс все-таки есть. Как-то меня вот... Как-то... Немного отлетаю. Немножко. Давай, давай, чуть-чуть. Мне главное сделать какой-то прыжок. Чтобы выпрыгнуть. Но палка вот это мешает. Она, конечно, немного подбешивает. Потому что вряд ли, наверное... Я смогу что-то сделать. Ну, я не знаю, попробую. Давай, давай, давай. Ну, а, кстати, ребят. Нет. Я вроде ничего не изменил. Да, это сложно, ребят. Это очень сложно. На самом деле, это... Вылезти отсюда очень сложно. Да, сколько бы я ни стрелял, вот. Я стреляю, и никак не получается отсюда вылезти. Да и соседушка сюда не проберется никак. Он же не Супермен. Давай, мне только... Вот, я могу двигаться. Сам прикол. Я могу двигаться, но я не могу вылезти. Давайте посмотрим, что у меня есть. У меня есть фонарик. Ну, наверное, вряд ли он мне поможет как-то, этот фонарик. Ключ. Ключ тоже, ну, вряд ли, наверное, мне поможет чем-то. Потому что ключ — это ключ, ребят. Давай, 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 ну. Я все-таки должен какой-то сделать прыжок. Мне кажется, у меня должен получиться какой-то прыжок. Чтобы я выпрыгнул оттуда или хотя бы залетел туда, в ту дверь. Вот, давайте. Давай, 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 ну. Ну же, ну же, ну же, ну же. Давай, давай, я почти ж не в объекте-то, блин. Я ж почти не в объекте. Если так подумать, то я... Можно сказать, наполовину я в объекте, половина нет. И поэтому я спокойно уже мог бы быть... Да, меня это очень бесит, на самом деле. На самом деле это меня очень бесит, поэтому я не знаю. Так, ладно. Давай, 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 ну. Смотри, смотри, сюда, смотри, да, туда, давай. Ну, давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 ну. Давай, чуть-чуть. Главное как-то залететь, я не знаю, или попробовать что-то сделать, я не знаю. Как получится, наверное. Давай, 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 ну. Нужен, нужен, нужен. Во, а если стрелять сюда и посмотреть в глазок, дальше стрелять. Что-то какой-то прогресс вроде идет, а вроде нет. Так что, ребят, я не знаю, если честно, это со мной первый раз такой баг. Но он какой-то баг непонятный, потому что я вроде как-то и пытаюсь вылезти. Кстати, ребят, давайте посмотрим. Что-то я вроде там видел, не? Не, показалось, какая-то херня была. Если так вот попытаться как-то, блин, так вот как-то прыгать, я не знаю, может у меня что-то получится. Хотя нет, вряд ли. Если я буду, наверное, как-то вот так вот пытаться сделать, наверное, вряд ли у меня что-то получится. Хотя, если так подумать, попробую стоит, наверное, вот так вот подергать мышкой, там, я не знаю, там... Кстати, наверное... А, да, я взял ее. Точно. Так, а что, если я сюда брошу куда-нибудь? Во. Давай, 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 ну. Пожалуйста, пусти меня, дверка. Давай, давай, давай. Мне бы помог какой-нибудь объект. Объект, объект, ключ. Давай, 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 давай. Забагуйся, давай. В
Баг давай, баг. Блин. О, нет. Еще один? Да вы чё? Серьезно? Фонарик, фонарик, давай. О, я положил фонарик именно туда, куда мне не надо. Вылези оттуда, вылези. Твою мать. Кстати, нет, только не ружьё. Мне оно еще нужно. Давай. Ну, ключик. От чего-то... Еще один фонарик. Или это тоже? Походу, это тоже фонарик, который был только что. Давай, 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 ну! О! Нет. Стоп, что? Я не знаю, как это работает, но... Мне как-то спавнятся фонарики. Ну, блин, ну еще давай. Давай, давай. Короче, фонарики сами спавнятся. О, я почти вылез. Еще один фонарик, смотрите, это какой-то баг. Правда, какой-то за багоны. О. Серьезно? Так, ну давай. Давай. Хоть бы не еще один фонарик. Нет. Давай, 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 ну. Попробую, давайте вот так вот. Во, вот так вот. Да, 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 вот так. Видите, какой-то результат уже проявляется. Или нет? Не, я уже походу лечу. Точнее, пытаюсь лететь. У меня что-то не очень это получается. Давай, давай, да, ну. Давай, давай, почти, почти. Если бы еще так попробовать, блин, это было бы офигенно. Кстати, что есть? Вот так вот. Нет, это опять эта штука. Нет. Давай, 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 ну! Так, уже какой-то вроде прогресс есть. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так. Вот, я как-то уже лечу. Кажись. Кажись, я уже лечу. Да, я изменил. Нет, не изменил ничего. Давай, 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 ну. Нужен, нужен, нужен. Пожалуйста, помогите мне, треугольнички, пожалуйста. Или кто вы там? Давай, давай, ну почти. Мне как-то, в общем, надо или пригнуться, или я не знаю, что здесь делать. Но мне это, знаете, как бесит? Уже здесь сидеть. Я уже сижу, наверное, здесь минут 10. Или 15. Блин. Да, это надолго, в общем. Самый прикол то, что я в объекте, это вот. Самый прикол. Кстати, что-то может работает, а может и нет. Так что, я не знаю. Давай, 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 ну. А как вообще так? Блин. Где? Еще, еще, еще. Давай, сделай так мне, пожалуйста. Ну. Да, 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 да. Так. Я уже подумываю, что мой план не работает. Хотя, возможно, нет. Он, наверное, точно не работает, потому что... Я не знаю. Вот если дверь там закрыта, то просто у меня там будет, наверное... Я буду просто, наверное, офигеть. Я просто офигею, если там дверь закрыта. Ну, не надо об этом думать. Надо как-то вылезать отсюда. Все-таки я попытаюсь как-то отсюда вылезть. Давай, 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 ну. У меня все получится, если думать о победе. Так.
Сам прикол, я бы мог отсюда вылезти уже давно, наверное. Кстати, ребят, давайте я попробую сбить тот бинокль. Да, там есть бинокль. Нет, я не попадаю. Или я попадаю? Нет, я не попадаю. У меня не получается попасть. Давай, ну. Давай, ну пожалуйста, ну давай. Вот, под ноги мне кидай эту штуку, блин. Неужели так трудно? Вот, почему он мне туда летит, я не понимаю. О, давайте немножко попробуем, постреляем, нет? Неужели нифига? Вот, что-то получается вроде, нет? В угол его стреляю, я не понимаю, работает это или нет. Вроде как-то это все мне помогает, но вряд ли. Наверное, это все работает. Может, я уже взлетел, я не знаю. Давайте проверим. Давай, ну. Мне уже кажется, я все-таки как-то стал... Нет. Кажется, ничего не изменилось вообще. Все, что было, так и все осталось. Вряд ли, наверное, я вообще перемахну это все. Да, я зря потратил ваше время, мне кажется, уже. Я не знаю, как это работает. Все, я уже не могу. Ребят, вот, извините, конечно, вот правда извините. Я правда хотел вам показать что-то прикольное, но не получается, ведь я не знаю, как это сделать. Может, если как-то вот попробовать, давайте включу свет, так. Может, если как-то что-то попробовать, а, нет. Может, если как-то, я не знаю, понажимать какие-то кнопочки. Может, что-то изменится. А, кстати, в управлении вообще что написано? Так. Так, это... Ну, это я все знаю, в общем, да. Это я все знаю. Все дело я знаю. Бросить, использовать, я это знаю. Это я все знаю, это я не знаю даже. Все, больше нет ничего. Я думал, там что-то еще есть. Неужели? Не, все-таки должно что-то быть такое. Мне кажется, должно быть какое-то читы, супер читы, о которых не написали в... в общем, в нашей штуке. Нет. Я вот все кнопки уже нажал. Нифига. Давай, ну. Ну. Давай. Может, это как-то все и работает. Или нет. Давайте проверим, если вот так вот идти. И прыгать. Пытаться, точнее, прыгнуть. Давай, ну. Мне главное вот эту штуку перемахнуть, если я перемахну этот... Как-то, я не знаю, перепрыгну. Может, что-то у меня получится. Так. Эти кнопочки тоже не работают. То есть я даже не представляю, как это все будет работать. Я не знаю. Давай. Ну. Короче, я не знаю, ребят. Это просто... Это уже издевательство, ребят, если честно. В общем... Как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.